Так, Лара, на мосту полно охранников. Здорово. Что делаем? Можно пройти под мостом, но это трудно. Так и знала, что ты это скажешь. Не волнуйся, я буду тебя прикрывать. Они у меня на мушке. Хорошо. Что там внизу происходит? Думаешь, они прикончили девку? Не волнуйся. Если нет, она придет к нам. Отец Матиас отправит нас к Воне, если мы ее упустим. Не упустим, Либи. Думал, что потерял тебя. Как ты? Еще бы чуть-чуть. Я его не вижу. Стой! Не двигайся! Они тебя заметят! Жди! Я его не вижу! Пошла! Стой! Подожди! Еще не время! Давай! Стой! Подожди! Лара, все в порядке! Спасибо, что прикрыл. Теперь мы в расчете. Лара, берегись! Я еще успею! Сдавайся! Лара, их слишком много! Уходи отсюда! Лара, их слишком много! Уходи отсюда! Вытащу и вернусь. Даю слово.
Императрицу. Как и мы, она пленница. Если мы освободим ее, то освободим себя. Эта девушка, в ней течет кровь этой земли. Она может стать ключом. Огненный обряд откроет нам истину. Мимико, ты первая и последняя. Скажи свое слово. Ты убила нашего брата! Теперь я убью тебя! Это тебе за Владимира! Хватит! Дмитрий, Николай, ведите ее ко мне. Любое существо будет бороться, если речь идет о его жизни. Не думай, что я не понимаю тебя, девочка. Просто я борюсь намного дольше. Приготовьтесь, братья! Наша императрица будет говорить! Скажи свое слово, Мимико! Говори с нами, пламя! Прости меня! Посмотри на меня! Посмотри, слышишь? Она! Это она! Скоро, братья! Скоро мы будем свободны! Отведите ее в тронный зал. Твоя борьба окончена. Я не вижу тела. Не думаю, что она выжила после такого падения. Пошли. Thank you.
Этот остров — настоящая психбольница. Матиас уверен, что всех тут удерживает дух Пимика. Это невозможно. Просто невероятно. Но в своем безумии он зашел так далеко, что уже неизвестно, насколько он безумен. Вертолет не годится для бегства. Ты это знаешь, Лара, точно знаешь. Надо предупредить остальных. Если мы им воспользуемся, то погибнем. Всем новым братьям свою работу определяют, но они что, вкалывают? Пока Матиас доказуху на свою, типа, духовную связь с императрицей предъявляет, они верятся и не рыпаются. Вот прием в братство — это да, штука жесткая там. Такая фишка, он как говорит, пока в человеке не истребит все человеческое, он бесчеловечным не станет. Вот мы отправляем новичков в пещеры голодать там, сражаться. Когда на несколько дней, когда на несколько недель. Кто уцелел, добро, как говорится, к нам пожаловать. Я вообще, если честно, вот я и сейчас догнать не могу, какой такой силе Матиас подсосался. Да и горя, но нам никогда с этого острова отмороженного не свалить, мы тут как в аду. Хотя мы такое творили, кто его знает, может, мы уже реально в аду. Дергайся ты! И молись, чтобы быстро убили. О, боже! А, нет! Это ужасно! Похоже, начало 18 века. Веера из черного шелка – это атрибут погребальных церемоний высшей знати.
воды, пищи, что-нибудь. Прошу. Не бросай меня так. Прошу. Убей. Воды, пищи. Это дерьмо! Черт! Ладно, ладно! Ненавижу эту дыру! Так, я пойду проверю, а ты побудь здесь. Спасибо, брат. Подожгут это дерьмо! Черт! Ладно, ладно! Ненавижу эту дырку! Так, я пойду проверю, а ты побудь здесь. Спасибо, брат. Thank you.
Добрейшая, милая. Не хотела я этого писать, но может так получиться, что другой возможности поговорить с тобой у меня не будет. Твоя мама, как всегда, вляпалась в неприятности. Мне придется уехать далеко и надолго. Я хочу, чтобы ты знала, все, что я делала в этой жизни, я делала ради тебя. Может, где-то я и напортачила, но не со зла. Мне больно думать, что если у тебя что-то случится, меня не будет рядом, и я не смогу тебе помочь. Если я не вернусь, разыщи Конрада Рота. Ты с ним никогда не встречалась, но он лучший из всех, кого я знала. Он твой отец. У тебя его улыбка. Ты самое лучшее, что есть у меня в жизни. Я очень тебя люблю. Совсем забыл про запах. Все тихо. Вряд ли она здесь. Может, свалим? Нет, нужно убедиться. Обыщем яму. Эй, что тут у вас? О, эй, нас послал Николай. Он нам приказал. Вернее, охранники передали. Мы лично его не видели. Ему нужен один пленник, который новенький. Ладно, показывай. Отведем его к Николаю вниз. Да, конечно.
императрица Солнца, твои новые слуги склоняются пред тобой. Голосом мы славим тебя, сердцем мы почитаем тебя, огнем мы связаны с тобой. Ты наше солнце, ты наш свет, ты обещаешь нам рассвет. Своих детей ты не забудь, явись и укажи нам путь. Теперь ваше место среди нас, братья! Вознесите хвалу императрице Солнца! Особого случая. Возможно, свадебный. На вид ему не дашь больше пары лет. Июня 2011-го. Идут годы. Часто во сне я слышу шепот. Это шепчет императрица Солнца. Она торопит меня. С каждым рассветом мне является ее прекрасный лик. Это знак. Уже скоро, совсем скоро. Братья трудятся, не покладая рук. Они строят город во имя императрицы. Из всего того, что она собрала на этом острове. Они пытают чужаков и приносят жертвы во имя императрицы. Еще немного, и мы найдем ту самую. Я мечтаю покинуть не только этот остров. Я мечтаю избавиться от всего, что сопровождало меня столько лет. Груд мусора, смердящих трупов, тотального убожества. Если я верну мою императрицу, все это исчезнет в одно мгновение. Подобно восходящему солнцу, она зальет божественным светом все земли и моря, сжигая все на своем пути. И вот тогда, после этого очищения огнем, у меня начнется новая жизнь, безгрешная и счастливая.